Привет! Вы на канале Факера Россия. Меня зовут Дмитрий. Сегодня мы с вами поговорим о таких аксессуарах, как электрошторы. Разберем, что входит в их комплектность, чем они, собственно, поставляются. И разберем, как они монтируются и управляются. Давайте разберем, что из себя представляет электроштора. Из каких элементов она состоит. Внутри кассеты у нас с вами имеется ткань, свернутая в рулон. Управляется эта ткань с помощью уже установленного на производстве электропривода. Также здесь предусмотрена плата управления. Выведены две кнопки. Кнопка управления и кнопка программирования. На плате имеется радиочастотный чип Z-Way. В комплекте также шторки идут боковые направляющие. Все элементы, как направляющие и шторка, они уже изготавливаются под конкретный размер окна. Ничего подрезать и подгонять по месту не нужно. В комплекте идут две ответных части. Почему их, собственно, две и для чего они нужны? У нас с вами есть окна, которые выпускаются из ПВХ-профиля, есть окна из деревянного профиля, есть окна старого поколения, есть окна нового поколения. Все предусмотрено для монтажа и все поставляется в комплекте. В комплекте есть даже бита. Давайте с вами перейдем непосредственно к монтажу. Мы смонтировали штору с помощью кнопки управления, которая позволяет открыть-закрыть штору. Мы проверили ее работоспособность. Теперь нам необходимо привязать пульт управления ZRH12 к нашей смонтированной шторе. Одновременно нажимаем кнопку стоп и стрелку вверх для того, чтобы зайти в меню. Удерживаем в течение 3 секунд. Теперь нам необходимо выбрать, на каком канале мы будем управлять данным аксессуаром. Выбираем цифру 2. На первом канале у нас запрограммирован пульт. Далее жмем кнопку стоп. У нас пошел отсчет времени. И нажимаем на кнопку программирования. Канал мы с вами выбрали. Теперь мы с вами должны запрограммировать прибор с пультом управления. Нажимаем еще раз одновременно кнопку стоп и стрелку вверх. Выбираем в меню IN обозначение. Нажимаем на кнопку стоп посередине. Пока пошел отсчет времени в секундах, нажимаем на кнопку программирования на аксессуаре.
Мы с вами на этом видео смонтировали и запрограммировали шторку ARF Z-Way. Для управления нам необходимо выбирать канал, на котором запрограммирован аксессуар. Он у нас запрограммирован на втором канале. И с помощью на пульте стрелкой вверх и стрелкой вниз, а также кнопкой стоп, мы с вами можем управлять аксессуаром. Нажимаем стрелку вверх. Шторка открывается. Нажатием на центральную кнопку стоп мы с вами можем остановить шторку абсолютно в любом положении. Ну что ж, на этом наше видео подошло к концу. Всем до скорых встреч. Пока!